У меня довольно много конфликтов, знаете, у меня довольно много проблем, потому что у меня много друзей, которые искренне считают, что демократия — это плохо, а нам нужна мобилизация и желательно диктатура. И я испытываю большой дефицит аргументов, чтобы объяснить им, что демократия — это неплохо, что демократия — это не воровство, это не измена родине, это не синонимы. Вот. Ну и вот дополнительный аргумент мне Владимир Владимирович дал, потому что, безусловно, демократическое мероприятие. И в ходе этой пресс-конференции он на глазах выздоровел. Он сначала все время кашлял, так что я даже удивлялся по радио, ну что же, у человека во всем Кремле не нашлось стакана горячего чая с вареньем. Но уже ко второй части он практически полностью от этого кашля вылечился. То есть дополнительный для меня аргумент в пользу демократии, что она еще и лечит иногда.